прямой эфир UFC Fight Night у меня в телеграм-канале. Бесплатно и в отличном качестве. С русскоязычными комментаторами. Не нужно подписываться на миллион всяких каналов. Нет, все будет у меня. На телеграм-канале «Наш боец». Вот так вот называется моя телега. Также ссылку на мой телеграм-канал вы сможете найти вот здесь вот. Также ее оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Леди и джентльмены, начало в 4 часа утра по времени Алматы 4 июня. Утром рано будет, получается, да, друзья? Если не в Алмате, смотрим, там отнимаем, либо прибавляем по часовому поясу, соответственно, вашего часового пояса. А кто у нас дерется в этом UFC Fight Night? Ну, во-первых, в прилимах, да, heavyweight будет драться Андрей Орловский. Вот так вот, против Данталя Майеса. Ну, а в мейн-карде, мейн-кард вообще начнет Абубакар Нурмагомедов против Элизео Залески Дос Сантоса. Главный бой, леди и джентльмены, наилегчайший весовой дивизион. Седьмой номер рейтинга — Амир Эльбази. А вы помните, что этот чувачок дрался против Жалгаса Жумагулова и одолел его решением судей. Вот так вот. Сейчас он седьмой номер в рейтинге. Против третьего номера в рейтинге — Кай Карафранса. Однозначно, вообще, в принципе, для нас, казахов, да, друзья, для всех, ну, наилегчайшая весовая категория очень важна. Почему? Ну, потому что у нас сейчас туда подписались, во-первых, Азат Максум, как вам такое? Подписался туда Асу Алмабаев, ну и, естественно, ветеран казахстанского ММА Жалгас Жумагулов. Ну, ждем мы еще там, конечно же, и Армана Ашимова. Иншалла, скоро он там появится. Еще раз напоминаю, 4 июня, вот сегодня, да, субботы на воскресенье, в 4 часа утра по времени Алматы, бесплатно и в отличном качестве у меня в телеграм-канале «Наш боец». Далее, леди и джентльмены, я совсем забыл, во вчерашнем выпуске я вам говорил, рассказывал про схватку Дугласа Пумы, да, это бразильский файтер, команда Дартим, он дрался против чемпиона Алаш Прайда Рамазана Кадиева, да, это было на Найза FC 51. Я тогда, во-первых, не поставил вам интервью, которое я взял после поединка у Пумы. Во-вторых, информация, да, для всех любителей казахстанского ММА. Пума — бразилец, он уже здесь только полтора года занимается, готовится вот в Дартиме, это чисто их чувачок, он принял ислам. Вот так, да, чисто стал мусульманином, альхамдулилля. Давайте дадим Пуме слово, вот сразу же после поединка его победы над чемпионом Алаш Прайда Рамазаном Кадиевым я взял у него интервью. Смотрим. Russian, казах, португиш, English. 1 минут. Ассаламу алейкум, казахи. Сегодня я хочу чемпиона. Иншалла. Я живу в Казахстане, мачи. Я живу в тренировке. 1 год, 3 месяца. Рахмет, спасибо большое, моя команда. Дартим Казахстан. Мой папа Азиз Ахай. Мой коуч Ахай, Эдуард Ахай. Рахмет. И спасибо большое. Я не эти травмы сегодня, альхамдулилла. На следующей неделе я пойду на тренировки нормальные. Я готов, я хочу чемпиона. Иншалла. Рахмет, казахи. Ума, что было самое сложное в этой схватке? Самое сложное. Ай-яй-яй, учитель. What was very hard? In this, yes. Я? Да. Fight трудно? In this fight нормально, я чуть-чуть травма в финише. 2 раунда. How strong was your opponent? Да, оппонент очень хороший, грэпплинг. Mas я, мой команда, мой коуч, красавчик, тренировки, сила, каждый день. Я контрол, 1 раунд, 2 раунда, 3 раунда. Я чемпиона, поздравления. Мой команда, Дартим Казахстан, мой брат, я красавчик, альхамдулилла. Иншалла, иншалла, рахмет, брат. Вот так вот, друзья. Конечно же, у него сейчас еще есть проблемы и с русским языком. Не совсем он хорошо понимает. И казах тренда
Джаттават, казах тренин уже выхватывает. Вот по-казахски он собирает, разговаривает потихонечку, друзья. Это к вопросу о том, что мы здесь столько лет жили, и казахский язык для нас сложный, мы его не понимаем, и пятый нам никто не учил. Вот, пожалуйста, бразилец приехал полтора года, уже более-менее разговаривает и понимает казахский язык. Как вам такое, Илон Маск? Вот так вот, друзья, оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео, что вы думаете про нашего пуму, бразильского казаха. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Аривидарчи. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better...